Участники марафона «Минус 4 сантиметра в талии за 10 дней» приветствую вас. По-другому наш марафон называется «Марафон здорового плоского живота». Почему в первую очередь здорового, а потом уже плоского? Потому что плоский живот по априори, да, по определению, не может быть у нездорового человека. Соответственно, мы с вами будем говорить об аспектах здоровья, проведу вам лекцию по питанию, прям такую качественную, обширную, обстоятельную, предметную. Покажу вам продукты, куплю продукты, покажу вам продукты, объясню, что, как, зачем. Вот, это будет один момент нашей с вами работы или, скажем, моей работы с вами и вашего погружения в тему питания. Да? Потому что на питании завязано очень-очень многое. Допустим, вы представляете человека, который там может много бегать, но при этом, если он будет постоянно есть сникерсы, да, какие-то шоколадные батончики, или каждый день есть булочки, он все равно не будет, он будет относительно здоров, он будет относительно компактно выглядеть, то есть он вряд ли, если он каждый день пробегает 10 километров, он вряд ли разъестся до больших размеров, но при этом вот именно плоский живот, узкая талия, да, вот этого, то есть форма такое, атлетичное телосложение, вот этого не будет. При этом человек будет вынослив, да, потому что он бегает, а он будет, еще раз повторюсь, иметь низкий относительно других его сограждан, да, индекс массы тела или оптимальный индекс массы тела. Вот мне, допустим, во мне 175 роста сантиметров и 72 килограмма. По идее, для меня я недостаточно, как сказать, по весу. То есть мне нужно весить по индексу идеальному 75 килограмм. Но при этом всем я имею достаточно плотную текстуру, да, то есть по мышцам, вот, по мышцам ног там и так далее. Поэтому меня все устраивает. И я могу и мог весить, сейчас, наверное, пройдет такая картиночка, мог весить там 75 килограмм, вот буквально, то есть всего на 3 килограмма больше. Зимой посмотрите, какое у меня было качество тела. То есть вес еще не говорит, нормальный вес, я имею в виду просто по индексу массы тела, нормальный вес или адекватный, равный вашему росту, вот, не говорит о том, что у вас будет классное качество тела. Соответственно, мы можем иметь нормальный вес, но страдать от того, что мы не видим плоского животика, не видим талии в принципе. Вот, давайте к талии перейдем. Мы будем с вами тренироваться. Уже сегодня вы получите первую или завтра, когда, я не знаю, когда загружу это видео, сегодня или завтра. В общем, в первый день марафона вы получаете первую тренировку. И затем вы тренируетесь все 10 дней. Всего 10 дней. Потом, безусловно, кто захочет и увидит результат, самое главное, за эти 10 дней, и захочет продолжить, он будет получать еще больше результатов, больше дивиденды. Мы будем тренироваться. Каким образом? Мы будем делать дыхательные практики и будем делать упражнения, и в них будем делать дышать. Почему важно дышать? У нас в теле есть, извините, я еще раз подниму, а вообще я буду работать без майки, чтобы вы видели работу мышц. У нас в теле есть разные мышцы, да, конкретно мы будем работать с мышцами кора. Вот мышцы кора — это разные мышцы. Мышцы по передней стенке тела, по задней стенке тела, по боковым стенкам тела, прямая, да, квадратная мышца спины, сзади, за спиной, мышцы спины в принципе, да, то есть длинные, разгибатель, например, спины, косые мышцы, зубчатые мышцы, косые внутренние, наружные, вот здесь, которые располагаются, которые в принципе можно увидеть, да, если низкий процент жира имеется. Вот. У меня еще после похудения недостаточно, ну, то есть много кожи, много воды под кожей, вот, это все еще будет постепенно уходить. Так вот, смотрите, вот эти вот косые мышцы, от их тренированности, сюда же межреберные мышцы, они тоже будут относиться к этой же категории, это мышцы, которые формируют силуэт или талию. Вот эти мышцы, которые могут как расширяться в стороны, так и сужаться и, соответственно, формировать
красивую узкую талию, потому что когда мы говорим про плоский живот, мы не имеем в виду вот это. Сейчас наблюдаете картинки. То есть огромные кубики пресса и шкафоподобное положение. Когда мы говорим про плоский живот, мы скорее всего имеем в виду вот это. Такие картинки или такие формы человека, особенно девчонки. То есть это форма песочных часов, это узкая талия, да? Это действительно, ну, нету лишнего на животе, а опять же, это питание, да, то есть не только тренировки. Тренировками вы не добьетесь низкого процента жира. Как я вам привел пример, что бегун, даже если он будет бегать, все равно процент жира будет высокий, качество тела будет примерно как вот у меня на той картинке. Давайте еще раз ее покажу. Вот я, да, вот я сейчас, вот она моя форма сейчас. И вот, соответственно, какой я был. Вот. Качество тела – это не всегда пропорционально весу. То есть просто снизив 10, там, похудев с 80 до 70 или с 60, да, девчонки, кто невысокого ростика, там, с 65 до 55, не факт, что у вас появится талия, не факт. Талия вообще, вот за нее будут отвечать вот, тренированность этих мышц, межреберных мышц, внутренних, наружных, косых мышц. Мы их будем тренировать. Как? Через дыхание. Все покажу, расскажу. Уже скоро совсем будет первая тренировка. Вот. Вы их будете прям чувствовать в работе. В первую очередь мы поработаем на их силу, на ощущение этой работы, на амплитуду. Вот. И в конце... на 10-й день, то есть когда 10 тренировок закончится, вы увидите результат. Если вы эти 10 дней будете работать ответственно, вы увидите в зеркале результат. Ну и плюс кое-какие моменты по питанию. Да? То есть все, что я вам расскажу, переосмыслите свой рацион питания и хотя бы на эти 10 дней немножко почистите свой рацион питания. Просто чтобы посмотреть на результат в зеркале. Вот, обязательно не забудьте сделать замер. Вот здесь, где у вас пупок, да, вот здесь, где пупок, обмерьте себя, да, то есть ровненько встали, сантиметровая лента, посмотрели, записали, вот, это важно, и сделайте фотографию, встаньте на зеркало, сделайте глубокий вдох, выдох, расслабьте плечи, сделайте фотографию. Вот, это очень важно для вас самих, мне это совершенно не нужно. Если вы со мной этим поделитесь как радостью от того, что у вас изменилось, я буду счастлив за вас. Если не поделитесь, я тоже буду за вас счастлив, если вы сами увидите результат. Вот, все, ребятушки, готовимся начинать, стартовать и очень-очень весело и продуктивно, результативно проводить эти 10 дней со мной. Пока-пока и увидимся на первой тренировке.